Скотина ты, блядь! Щоб зуби тобі вибити, ти що осталися, блядь. Нічого нормально примикайте, щоб ти не сідав. Хай стоїть, він же не зібрає. Що, не треба гроші? Пидорас, я забрал металлочку. Откуда она? В гараже. Да. Пойдем на. Ну, пошла машина в гараже, блядь. Пойдем металл заберу. А на что это лезет? Это твой гараж? Ты имел право туда лезть? Я даже не залазил. А ты, какая разница? Ты это твое? Ты туда положил то, что ты взял? Я взял на звалки. Ты не на звалки взял. Ты, ты хорошо, на звалки ты взял. Ты положил на звалку его? Ты положил для того, чтобы брать. Я просто тебе объяснял. Ты что? Нет. Еще раз будет повадка. Правильно правишь, если выложу на Украину. Я не брал ничего, он загрозил. Он Я не взял ничего. Так, вот так, возим медикаменты, вяжем мародеров. Слегка прикрыли чей-то ларек. Вот так вот, Харьков, кому что. Ебаш, блядь! И в жопу ему, блядь, всунуть что-то, нахуй. Тебе расстрелять надо, мужик, что ты делаешь? Ебаш, блядь! Ай, сука! Да, ты, сука, ты сам это сделал. Это мой отец, да, Гуль Николаевич. Мужик, ну хватит. Ты падло. Ебаш его, блядь. Алло. Вот такой варюха, вот с вами. Как дела? Так, пойманы цыгане, которые шастали по шестому подъезду, пытались грабить квартиры. С них не только цыгане, с них еще какие-то наркоманы. Вот, снимаем. Документируем личность. Фамилия? Тарань. Как? Тарань. Да, бухой в жопу. Вот еще. Вот еще красавчик. Ломанули двери, блядь, полезли в подъезд кого-то. Подними голову, герой. Герой, подними голову. Башку подними. Подними голову, представься. Представляйся. А вот вторая мразь. Подними голову, пидор, блядь. Сказал же не убивать. Подними голову. Пока он не скажет свою фамилию, имя, отчество, его будут пиздить. Говори фамилию, имя, отчество. Ты откуда вообще? Ты где живешь, тварь? Ты с Мелитополя? Да. Не, он снимает на своем доме квартиру. Поднимай лицо и представляйся. Когда он приехал? Куда? Он давно. 36/1. Года два. 36/1 живешь? Да. Фамилия? Фамилия. Надо пойти посмотреть, что там дома, может, интересного. Да, есть. Так, их только двое? Камера скрыта. Молодец, красавчик. Так, их только двое? Четверо. Где еще ублюдок? А, вот они, красавцы, толпой. К другому дереву привязаны. Пацаны, что же делать? С кем-то они поругались. Угу. Но я не помню, с кем. Вот. Молодой человек, фамилия, имя, отчество? Не перебивайте, пусть Кань. Ну, давай. И, короче, кого-то... Фамилия, имя, отчество! Не перебивайте, пусть рассказывает. Кань Леонид Петрович. Где живешь, адрес?
Пушкина 432. Какого хера по хатам лазил? Я не лазил по хатам. Да ты я что? Я лазил. Кто, ребят, кто брызгал баллончиком в мирных граждан? Мы выпили. На нас вышел с третьего этажа. Ой, это еще одна мразь. Фамилия, имя, отчество? Крючков Андрей Владимирович. Как? Крючков Андрей Владимирович. Адрес проживания? Всего Табрицкий, Актюнский район. Зачем пришел хаты грабить? Да я вообще не грабил. Кто? Я не знаю. Там... Кто баллончиком брызгал людям лицо? Этот, я не знаю, Денис или как его, я фамилию не знаю его. Вы, а все, вы все пришли толпой, вы между собой друг друга знаете. Ну, Денис его звать, но мою фамилию я не знаю. Хорошо, живи пока. Что вы здесь делаете? Красногорск. Так, ему надо, короче. Так, один, два. Никого не пропустила. Ага. Так, вот она, толпа. И еще вон за деревом. Мне три пацана со мной. Это те, которые мародеры? Ай-яй-яй. Да я сорву, я не буду рвать. Заявите паспорт, блядь. Не просто, смотри, паспорт. Вон, вон. Любила мамка. Забыла мамка. Yes, yes. Ми не допустимо в нашому місті мародерство. Ми повинні об'єднуватись, щоб не допустити таких проявів в поведінці наших громадян. Слава Україні!